утро, бабушка. Доброе утро. Пока. Девочки, вы все еще в пижамах? Да. Надо уже вставать, я уже котлетки жарю. Ну, я за вас счастлива. Сейчас картошечки отварю. Хотела макарошек, но нет, там есть картошечки. Ага, с капусточкой квашеной. Угу. Ням-ням. Мне, да? Надо, мне надо встать мясо, это говядину мясо запустить. Мясо надо в эту... Мультиварку. Мультиварку закинуть. Настя, что ты с палкой? Настя, что там, доченька? Робот этот какой-то нашла. Вот. Ну что еще? Деда сейчас отправим в парикмахерскую. Ну расскажи про цвет волос-то ты вот. Цвет твоя... очень удачный, настоящий. Мне нравится. Как будто прям мой. Mm-hmm. Седины не видать. Не видать. И я как будто помолодела. Года на два. Может, не как будто, а так оно и есть. Года на два. Года на два, да. Ну, не Сяша хочет блинов. Ну, она вот сейчас ты освободишься, бабушка, от котлет. Да. Там будет делать блины. Блинов хочет. Ну, сделай ей чего она. Сделаю, конечно. Ну, что там, три пельмени, что-то пять съела. Настя, ты что там делаешь? Ну, ладно, пошла я. А двиньте головы. Да, блин. Робот, хочу вам показать. Настюш, я из-за робота короба двигать не буду, они тяжелые, малыш, ты что? Мы надорвем, ну, с тобой все пупочки. Девочки, вставайте. Ой, как вставать-то вставайте. Не ходится. Кока идет. Ой. На парикмахерскую. Ой, бабушку потеряли. Ага, пусть идет. Тоже и прогуляется хоть чуть-чуть. Саша попросила блинчиков. И я уже принесу блинчиков. Все. Консистенция нормальная, хорошая. Все, сейчас чуть-чуть отстоится. И будем... И будем пожарим ей блинчиков. Потом у меня еще в планах приготовить говядину. Тут уже отваривается картошечка. В общем, поехали. Бабушка с утра нажарила котлеток. А я сейчас пойду за мясом на балкон. О! Холодно. Смотрите, как замело. О! Москва. Заснеженная. Ой, я даже не знаю, видно, что вот снег за окном. Ой, тливы. Все, снегопад. И он шурует, шурует, так и сыпет. Вообще не прекращается. Ладно, забираем нашу говядину и бежим на кухню свою теплую. У меня два куска говядины, то есть это антрикот говяжий. А это для тушения. Я сейчас даже не знаю, как мне быть. Сколько мне нужно. В общем, мне надо приготовить, в принципе, отварную говядину для себя, чтобы я кушала. И папа, он делает с аджигой, с майонезом там, любит. Подумаю, какой кусок использовать. Два, конечно, это много. Лучше потом свежий готовить. То еще можно антрикот и стейки наделать. В общем, сейчас буду думать. Включила сериал «Скорую помощь», чтобы мне было не скучно. И сейчас начну жарить блинчики. Сковородку так и не купила, и эти выходные точно не попаду. Следующие, наверное, куплю. Начинаем. Блинчики готовы. Сейчас перехожу к готовке мяса. Достала агрегатулину свою любимую. И поехали. Ну, Сяша пришла есть блинчики. Нет, я варенье ничего не доставала. Я тут мясом занялась. Сейчас загрузила, посолю, вода и поставлю. Ну, Сяша, вкусно? Да. Ну, слава богу. Приятного аппетита. Мясо поставила. Все. Сбегала в магазин только что. Сейчас купила. И сейчас забираю Насяшку и пойдем погуляем немножко. Она меня уже ждет, я ее слышу. Бабушка, мы поехали. Да мы тут уже усиделись. Здравствуйте. Здравствуйте. А что ты лопату не взяла, снег вон? Я забыла. Копать. Ну ладно, так погуляем, да? Да, так. На площадке. На площадке, да. Да, на нашей. Угу. В магазине сейчас на кассах очереди. Ну... километровые и два кассира. Потом вызвали третьего, но явно это не спасло положение. И вот вызвали четвертого, я прошла быстро. Не смотрите, не обращайте внимания, просто я сделала коррекцию везде и немножко красная. О, где мой бухта? В лифте не прыгай, можем застрять. Идем гулять. Ну что, гномыч, будем делать? Снег по колено. Ну что, пойдем на площадку? Да, на качельки. Ну давай выходи. На какие качельки? Я сомневаюсь, что качельки. После таких снегопадов. Ну пойдем. Ну пойдем посмотрим, что там вообще на площадке. Смотри, какие сугробы. О, сколько намело. Глянь, не видно. К лавочке не пройти.
Глянь. Да. Тропиночка. Ой-ой-ой, кто любит снег. Повернись ко мне-то, а то все от меня. В снегу. Тут глубоко. Глубоко, Настя, вылезай. Нет, там еще глубже. Вылезай. Настя, сейчас все ноги будут в снегу. Вылезай. Настя, ты провалишься. Это уже не по колено. Настя, вылезай. Ну, назад на тропинку. Настя. А тут собачка пописала. Аккуратно, тут сейчас искупаешься в собачке. О, пошли. Снег по коленку. Вот любит она залезть в сугроб. Камень. Вот давай, выходи сюда, пойдем до площадки дойдем. А то так и не дойдем. Все сугробы пока соберем. Аккуратно, Настя, ты же не знаешь, что там клумба где-то. Ударишься, выходи, нельзя, нельзя. Вот и лавочки не видно, нет. Видишь, не видно совсем. Настя. Вот с кем мама разговаривает? Аккуратно, тут сейчас где-то забор будет. Куда ты пошла? Давай назад, вот лавка торчит, угол. Настя! Настя! Там забор, ну ты что, не понимаешь, что ли? Понимаю. Плохо понимаешь. Снег мягкий. Снег-то мягкий, поэтому можно провалиться. И будут сейчас убирать. Ой, какие сугробы, посмотрите. Вот это намело, так намело. Да, Настя? Ну-ка, встань-ка у березки. Иди сюда поближе, подойди. К березке. Где березка? Вот, ну подойди к ней. Пойдем. Пойдем. Какие сугробы. С ума сойти. Вот это. Круть. Сейчас здорово. Сейчас снега нету, прекратился. Погода сейчас шикарная. На улице не холодно. Абсолютно. Здорово. Классный, снега много. Для детей так вообще, наверное, рай. Ладно, пойдем кататься на качельках. На качелях качаемся. Ну, еще не видать. Сейчас мы обойдем. Нет, 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 аккуратно держись. Ну, все на качелях. Сама? Ну давай сама. Сама так сама. Мы уже дома. Погуляли, пообедали, пришли. Да, к нам уже темнеет, сумерки. Я продолжаю смотреть скорую помощь. На сегодня, наверное, это все, потому что сейчас мы уже будем начнем немножко отдохнем, начнем будем готовиться к работе, собираться. Мыть себя, купать, доставать одежду, готовиться к новой трудовой неделе. Папа наш позвонил, сказал, что приедет завтра. Лёша. Поэтому сегодня мы его не ждем. Будем продолжать скучать и ждать завтра. А всем пока на сегодня. Это все. И до новых встреч.